Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Рости из The Dogfather. Всем привет. И мы начинаем играть в игру Outlast 2 на канале Rolly Game Online. Так как у меня яички с размером с маленькую монеточку номиналом в 1 копейку, поэтому я позвал с собой Сашу для того, чтобы он мне составил компанию в этом нелегком деле. И я решил, что если мы будем ложить кирпичи, то мы ложить их будем вместе, потому что вместе веселее и больше кирпичей получится. Итого у нас 4 копейки, да? Да, итого у нас 4 копейки, и вместе как бы уже почти собрали на целый рубль. Значит, игра Outlast, это игра в жанре хоррор. В общем, сейчас нам будет очень страшно. Мы будем играть за журналиста или за помощника журналиста, который отправляется в степи, в поля, и сейчас будем, короче, там лазить и искать, как я понял, каких-то сектантов, судя как бы по описанию самой игры. Нас игра предупреждает о том, что игра Outlast 2 содержит сцены тяжкого насилия, изображение крови, графический сексуальный контент и ругательство. Наслаждайтесь, что мы в принципе сейчас с вами и будем делать. Ну что, Саш, я нажимаю продолжить. Значит, ребят, я играю, Саша наблюдает, то есть поддерживает мои 2 копеечки небольших. Нажимаем продолжить и поехали дальше. Так, Лин Лангерман занимается журналистским расследованием убийства беременной женщины, произошедшего при невероятных обстоятельствах в одной из деревень Аризоны. Вы, Блейк Лангерман, ее муж, помощник и оператор. Снимайте все, что видите. Ни один из вас не умеет драться, чтобы справиться с ужасами, ожидающими вас в пустыне. Единственные варианты – бежать, прятаться или умереть. Саш, я думаю, мы выбираем вариант умереть. Это проще всего. Бежать, а потом умереть. А можно просто умереть, как бы, тоже нормально. Интересно, почему они не могут драться? Не знаю, я в такой ситуации, наверное, обсирался бы, обсыкался и дрался, потому что как бы... Я бы от страха бы убивал. Просто. Пожалуйста, Блейк. Где ты? Я бы уже вот обосрался бы в этом моменте. Мне страшно. Шаги. Он идет. О, господи, она пищит, как... Господи, Блейк. В общем, читайте сами, я не буду читать, это слишком трудно для меня. Вот, кстати, по-моему, про это я читал, то, что в Стиме отзывы написал какой-то чувак. Типа, скачал игру, установил, зашел, услышал крики, вышел. Ну, это про меня сейчас, по-моему, точно. Но мы ее, правда, в Стиме не качали. Ребят, обязательно, если есть возможность, купите, потому что, я думаю, игра стоит своих 500 рублей. То есть это не 2000, непонятно за что. Ну, 500 рублей, я думаю, можно выделить. Мы обязательно, как Саш... станем Сашей миллионером, и мы обязательно купим аж 2 версии каждой игры, в которую мы играли. На все деньги закупим Outlast 2 и будем сидеть и раздавать. Так, мы берем камеру. Я как понял, это наша подружка на все наше время. Блять, мы еще и очкарик. Я аж испугался, когда он очки начал делать. Я уже думал, что-то происходит. Кстати, ребят, я сейчас сижу, у меня включен максимально весь свет, который только есть. Вообще, как бы, это и настольная лампа, и общее освещение, и... В общем, включено все, что только возможно, поэтому... Потому что... И нимб зажегся над твоей головой. Да, типа такого. Так. Посмотрим влево. Можно. И давайте по сторонам, короче, так по это. Батюшки! Ну, конечно же, классика жанра, мы падаем. Я
С этого момента Роли Гейм Онлайн кирпичный завод объявляют открытым. Ну, посмотри, не так уж и страшно. Нет, ну, в принципе, да, то есть, ну, как бы да, как бы. Наверное, надо гамму будет сделать типа, немножко поярче, потому что слишком темно. Ага. Добрый вечер. Здрасте. Какие милые... Джессика. Подожди. О, мужчина. Мужчина, остановитесь, у меня к вам дело. Да пусть идет. Мужчина. Не трогай его. Ну, короче, куда-то уходит. Кстати. Смотри, какая прорисовочка. Канада, Миннесота. А мы где? Там что-то, кстати, происходит. Я не буду пока смотреть, я карту просматриваю. Ладно. О, какие мы с ножки. Чем мы так идем, как, не знаю, как будто обосрались. Обсраться мы будем потом. Ой, какой противный звук. Особенно в наушниках вакуумных. Ах ты, блядь. Мы тут не одни. Ну что, ребят, вакханалия начинается. Так, коснитесь. Ну, не несколько раз, а нажимайте, пока не поднимете, так могли бы написать. Это. Сразу снимал, да? Ага. Я бы тоже в таком сразу снимал бы. Так. Лин. Ты бы лучше за себя думал, как не зажмуриться. Ну-ка, тап нажми, что они там хотят. Это задача, да? Задача найти Лин. Так, ага. Можно какие-то записи посмотреть. Отображено в хронологическом порядке. Значит, первую часть выбрать... играть. Ага. Ну, короче, идет записи просто, походу. Я думаю, нам это не надо. Нам надо... А, нет, все-таки надо просмотреть записи. О, это я так делал. Ну, все, нифига, короче, непонятно, ладно. Спрятать камеру. Так, ну пошли искать Лин. А куда? Ага. Опа. Так, чтобы перепрыгнуть провал, нажмите Space. Оп. Слушай, я макаси прям. Мне кажется, он слишком бодрячок после падения в вертолете. Чтобы забраться на выступ, двигайтесь в его направлении. Так, для перемещения по карнизам двигайтесь боком влево или вправо. Чтобы спуститься с выступа, нажмите стрелка влево и Ctrl. Короче, просто Ctrl. Обманывают на каждом шагу, Саш, просто. Может быть, левый Ctrl просто. А, может быть, это просто я так коряво читаю. Так. Угу. Важные события должны быть сняты на видео. Нажмите правую кнопку, чтобы навести камеру. Запись начнется автоматически, о чем свидетельствует мигающий красный индикатор REC. Когда мигает символ REC, это значит, что вы правильно навели камеру на снимаемое событие. Наведите камеру на событие, дождитесь, пока красный кружок не заполнится, чтобы успешно снять момент. Тихо, где-то был? Ага, вот. А, это, сука, это, блядь. Ты ближе подойди или приблизь. А, я... А, или ты надо было нажать просто этот левую кнопку, чтобы продолжить. А-а-а. Так, идет запись. Есть. Так, видео снято. Просматривайте снятые видео, чтобы узнать больше о событиях и целях. Нажмите Tab. Так, вот оно видео наше. Играть. Ее тут не было. Тело Лин не было среди обломков. Она еще может быть жива.
Ага, все, я понял, теперь для чего нам камера, короче, это конченая. Такс. Как он на расстояние определил, что я там нет? Не знаю. Может, она там горит. Может быть, кстати. Господи, это... Ну, тел нет, окей. Лин! Что ты ревешь, как баба? Найдешь ты свой Лин. Опа, поднять бинт. Добрый вечер, пригодится. Чтобы узнать количество имеющихся бинтов, нажмите Tab. И где здесь мне бинты? А-а-а, смотри, как прикольно. Гляди, бачишь, типа в карман заглядываю? Да-да-да, вижу. Так, ладно. Так, ладушки-ладушки, говядушки. Пошли дальше. Не нравится мне это все это дерьмо. Так, используйте ночное видение, чтобы видеть в темноте. Возьмите вот тут уже камеру. Начинаются серьезные штуки. Оп. Смотри, обрати внимание на наше разрешение камеры 1920 на 1080. Хорошая камера, как бы, ну, не дешманская. Угу. Скажем так. Так, это была кнопка F, да? Да, это была кнопка F. Ну, снимает довольно говенно. Что там такое? А, ну, нормально. Это человек, да? Ага. Ну, это не Лин. Он переживает, но это не Лин. Мне кажется, это пилот. Так, запись у нас есть. Давай ее просмотрим. Пилот, да. Я даже не помню его имени. А какая ему нахуй разница? Он же к дереву привязан. Да, я надеюсь, он нам поможет. Так, короче. Что ты нам можешь... Подожди. То есть мне не показалось, да? Да, мне не показалось. Достаточно, все. Идем дальше. Нет, подожди, мы должны просто были определить, ну, насколько как бы игра детализирована, как бы, ну, во всех планах. Если ты понимаешь, о чем я. Так, ладно, пойдем дальше. Нет, не туда, подожди. Что перегрузить? А-а-а, понял? Батарейки. Хорошо, а они у нас ограничены? Нет, это только бинты. Видимо, в левом кармане у него батарейки. Нет, в том-то и дело, что... А, у вас нет аккумуляторов. Обалдеть. То есть нам еще, короче, будем идти вслепую, потому что батареек больше нет. Нет, ладно, я шучу. Я ж не смертник. Так. Я предлагаю сейчас, в общем, давай еще пару минут поиграем, да? И вот на самом интересном оборвем, как бы, чтобы людей за... Обернуться. Да? Не оборачивайся. Всё. Я понял. Нет, надо было попробовать. Так, короче, сейчас еще пару минуточек поиграем буквально, чтобы держать интригу у людей. Просто и вот все, и прерываем, потому что, ну... Как-то оно тут все мне, в общем, как-то оно мне все тут не нравится. Ну, я думаю, пока обучение, ничего страшного здесь не случится. Я надеюсь на это, конечно же. Тихо. Идет сохранение. Спасибо. Так, камеру. О, светло. Чтобы бежать. О, вот это нужный совет. Так, город. Я думаю, ты не так будешь радоваться, когда узнаешь, что там. Ага. Вот я считаю, это хороший совет, когда надо бежать. Как бежать и какая клавиша. Ну, я бы это городом, кстати, не назвал. Смотри, какой-то ветряк, блядь, недобитый. А, вон город, вдалеке. Так, я помню, в первой части батарейки были раскиданы. Бинтов там не было, а вот батарейки были, так что здесь, скорее всего, так же. Сейчас посмотрим. Так, какой-то ветер как раз такой подлый. Чтобы перескочить через что-либо, нажмите пробел, двигаясь в его направлении. Хоп. Так, вилы. А чё, кстати, не могу взять вилы и типа... Я бы взял вилы. И я бы взял. Я бы колесо это взял. Колесом бы ходил бы, бил бы лица. Так. Постучать. Ладно. Hello? I'm lost and hurt. Ага. Ладно, хорошо. Закрыто. Блокируется. Ну и хорошо. Блокируется, ну и ладно. В принципе, я думаю. Блять, это кактус. Нам там все равно делать нечего. Да я тоже так думаю. А это что в бочке там?
Я испугался. Я думал, голова, что ли? Я бы не удивился. Так, здесь у нас ничего нету, так вот, ну, случайно, может, где-то тут в кактусах что-то завалялось случайно. Так, ну, в общем, дальше город. Давайте еще попробуем тут, может, что-то есть. Нет, тут тоже ничего нету. Так, дальше город. Я думаю, мы в город спустимся в следующей серии. Ребят, это была начальная стартовая серия. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, хорошие и плохие. Ну, лучше, конечно, хорошие, а можно и опять же плохие. С вами был Росси из The Dog Father. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока, ребятки. Если понравилось, обязательно поддержите. Это был Outlast 2 на роли Game Online.